Приветствие с борта МКС участникам международной акции «Спасти и сохранить» всем югорчанам передали российские космонавты. Напомню, акция стартовала 21 мая и продлится почти месяц. В ее рамках пройдут фестивали, конференции и конкурсы, всего 9000 мероприятий. С 1 по 4 июня в Ханты-Мансийске состоится международный телевизионный экологический фестиваль «Спасти и сохранить». Сейчас конкурсное жюри занимается просмотром работ. Заявок порядка 300 из 24 стран. Космонавты приглашают югорчан присоединиться к международной экологической акции «Спасти и сохранить» и не забывать, что планета Земля – наш общий дом. Желаем участникам единения и сплоченности для достижения поставленных целей и задач во благо планеты и сохранения ее для будущих поколений. Мы все жители одной планеты. Давайте сделаем ее лучше!